от Владивостока до Санкт-Петербурга, чтобы замкнуть этот круг. И мы это сделали спустя ровно 2 года, в начале июля мы его замкнули. Нас можно поздравить теперь с этим, можно громко. Прежде всего, мы узнали очень много про наш союз, про нашу пару, про нашу семью. Что мы можем быть не такими, как в обычной жизни, да, что мы можем идти на компромисс, находить его быстрее, что мы можем работать как команда. В клубе получается такая работа, что мы взаимо-такие заменяемые, но... И по одному бы мы, наверное, не проехали, не доехали. Да. Базовый вопрос. Мы для себя тогда примерно понимаем, что мы не умрем с голоду, мы будем на чем-то перемещаться, то есть автостопом. Первая машина из Питера в Москву, которая нас подвозила, это был дядька на минивэне, он остановился, мы разговорились, вот мы начали путешествие свое большое, ну, мы едем в кругосветку, и мы это сказали, и нам так было немножко как бы стеснительно сами себя слушать. Меня лично бы удивило приглашение Федора Конюхова с ним совершить какое-нибудь очередное путешествие. Да, а меня, мы все время рассуждали, когда в Россию попали, все же так наполитизировано, и нам все такие, ну, часто люди говорят, ой, это Америка, она такая, сякая, там все, и мы все время говорили, а представьте, вот мы завтра возьмем и сдадимся вот этой вот плохой Америке, и все, и они тут приедут, и а что будет, и все так, просто ну, как фантазия, что будет, да. Может быть, тогда вообще врагов в мире не останется, что будет, или они там нам сдадутся, к примеру. Нам сказали таксисты в Молдове, когда мы шли с рюкзаками, отказывались от их таксистов, услуг, они сказали, и что, пешком с рюкзаками? У вас что, колени на халяву? Кстати, уже есть ребята, которые пошли по нашим стопам, сейчас в Африке есть ребята, которые путешествуют. Развивать интуицию, то есть доверять себе и тому, что ты делаешь. Проверить своего спутника и партнера сначала в локальном путешествии, в каких-то простых ситуациях, при этом обязательно надо его вывести из себя. Специально, не специально довести до белого колени и посмотреть, насколько его это состояние будет вообще приемлемо для вас в физическом и моральном смысле. Что позволит понять, идти или не идти в долгое общество. Помнить, что мир – это, ну, есть такое мнение, отражение нас самих. Весь мир – это зеркало. Соответственно, если ты как бы доверяешь дороге, доверяешь людям, ты добрый и делаешь добро, то ты будешь встречать такое же. Учите языки. Учите языки, да. И не пренебрегать контактами. Ну и самое главное, у нас есть девиз, который мы всем говорим. Путешествуйте. Путешествуйте.